конические наши капусты. Пока что у нас вообще в Рикслане как бы есть много три гибрида основных, но пока в Украине мы имеем только солнцу. Она рекомендуется только для весеннего выращивания. Ну, не сильно большой сегмент, скажем так, в Украине, но тем не менее он чуть-чуть развивается. Ну, есть вот такая вот позиция, где-то там 65, там 70, ну, около 60-65 дней плюс-минус. Довольно сладкая, презентабельная. Ну, возможно, там чуть-чуть, ну, если брать к вопросу, если клиенту важна высота ножки, то у нее где-то средняя высота ножки, но она не сильно высокая, скажем так, из особенностей. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.